Может быть, слышали, клиника Сажди? Знакомая. А то, что сын богатый, это хорошо. Сейчас, по сегодняшним временам, очень хорошо. Счастливая вы женщина. О, спасибо. Наверное, и внуки уже большие. Да нет, ни внуков нет, ни невестки нет. А что, неудачный брак? Да, не неудачный и неудачный, просто неудавшаяся школьная любовь. Ой. Ой, боже, вот память стала. Что такое? Мне позвонить срочно надо. А, да. Ну, там полотенчик вытрите. Спасибо. Вы можете эту ручку тоже показать. Тоже. Я слушаю. Светочка. Да. Здравствуй. Анна Константиновна. Моя дорогая. Узнал? Здравствуйте, это вы. Да, я. Вы давно приехали? Приехали сегодня. Послушай, Светик, да. Мы вечером приглашаем вас на семейное торжество с Егором. Торжество? Да, у нас розовая свадьба. Розовая? Я такой даже не да. знала. Да я и сама не знала, пока мне не подсказала одна очень красивая женщина. Да поздравляю, буду непременно. Кирочку обязательно возьми с собой. Она уже, наверное, там невестой стала, да? Ой, вы да. ее не узнаете. Выросла. И с Сонечкой да. они повидаются. Ждем ресторан на набережной. А, это Волошкин. Все, знаю, будет. Да, пока. Извините, а вы... Но я просто сейчас услышала. Вы сказали, Кирочка? Кирочка. Правда, редкое имя. А знаете, ведь любовь моего Сережи тоже Кира зовут. Понятно. А это еще здесь было? Ну, до Израиля, да? Ну да, да, здесь. В каком же это? 89-м. Сережа нас познакомил с девочкой, но я видела ее один раз. Я говорила, приводи в дом. А она все время стеснялась. Потом забеременела. Ее родители настояли на аборте. Знаете, эта Кирина мать оказалась ужасной женщиной. Если бы только знать. Если бы они мне тогда открылись, рассказали все. Да что же я, забрала бы эту девочку к себе. Родила бы она, да и жили бы у меня. Представляете, сейчас бы моему внуку или внучке было бы 20 лет. Ох, вот так. Эту девочку Сережа до сих пор любит. Ой. Точно. Сережа Сажнев. Ой, простите. Простите, ради бога, я так разболтаюсь просто. Нет, вы очень интересно рассказываете. Вы понимаете, у меня просто только-только после разговора с сыном эмоции переполняют. А тут еще какая-то мистика приключилась. Сережа эту Киру встретил на вокзале. Она стояла с табличкой. Сдаю комнату. Знаете, что я думаю? Видимо, у этой Киры тоже не все хорошо. Что случилось? О, боже мой. Вам не хорошо? Нет, нет, извините. У меня случайно инструмент упал. Я сейчас это обработаю. Я сразу виновата. Обработаю. Простите, пожалуйста. Вещи нагружу, привычка дурацкая. Все будет хорошо. Вы меня так растрогали историей вашего сына. А на каком вокзале? Что? А на каком вокзале он ее встретил? А, на ЖД. Мы же сегодня приехали. Да. А что? Вот, ручки готовы. Нравится? А. Смотрите. Да, спасибо. А где здесь прическу можно сделать? А это к администратору. А-а-а. Проводи, пожалуйста. Да, конечно. Спасибо вам, кольца громадное. Не забудьте. Да, да, да. Кольца. Да. Спасибо. Спасибо. Всего вам и вам всего доброго. Извините меня поздравляю за мою раз. Болтливость. Поздравляю. Пройдемте. Вас. Спасибо. Все. Thank you.
Кирюшка, а Кира здесь работает? Не знаю никакую Киру. Нет, ну как же не знаете? Ведь она с утра была здесь. Ну, допустим, утром была, а сейчас нет. А где мне ее можно найти? А ее не надо искать. Она не терялась. Но мне надо очень-очень ее найти. Зачем? Ну, я и задаток дала за квартиру, а вот листочек потеряла. Но не в милицию же мне идти. Девушка. А, поняла. Сейчас. Держите. Записать есть чем? Да, есть. Угу. Пишу. Пишите. Кирюша, расскажи Соне эту историю. Соня, тост. Я хочу сказать тост. Бабуль, дедуль, я говорила, говорю и буду говорить вам спасибо. Вы меня вырастили. Вы ни разу не дали мне почувствовать себя сиротой. Вы для меня волшебники. Волшебники с планеты Любовь. Самая прекрасная пара на свете. Горько! Спасибо большое, Сонечка. Горько! Анна Константиновна, вы правда самая красивая пара. Послушай, Сонь. Сонь! Он на тебя так смотрел все это время. Походу, запал. Значит, мои проходки не прошли даром. Ага. Девчонки, хватит шептаться. Спасибо, маэстро. А вот и мы. Спасибо тебе, Костя. Сына, а что ты мне весь вечер сидишь? Надутый, как сыч, а? Нам бы тоже с Ольгой что-нибудь, не знаю, горько бы, для приличия сказал. Вон, группа за соседним столом товарища, видишь, как активничает, или ты не слышишь? И слышит, и видит. Да, Костя? Ты не заметила, что Сергей Сергеевич какой-то не такой? Какой не такой? Не знаю, отчужденный какой-то, как будто не с нами. Сереж, твоя очередь говорить тост. Да, Сереженька. Дорогие мои, мама и Егор Александрович, я хочу поднять этот тост за настоящую любовь, потому что это единственное, что нам нужно. Я имею в виду, по-настоящему нужно. Настоящая любовь. Простите, я что-то косноязычный сегодня. Извините. Сынок, ну все хорошо. Спасибо. Спасибо, Серега. Мама, горько. Сережа, горько. Вот я баран. Горько. 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 Ой. Слушай, такой красавчик. Надо брать. Смотри, смотри. Очень красивая девочка. Я думаю, что скоро мы будем Косте нашему кричать горько, а не нам. Да, Костя? Ну ладно, не понял. Я опять самое интересное пропустил. Боже мой, какие же вы мужчины-слепцы. Посмотри вот на эту группу товарищей. Видишь, беленькая девочка, смешливая, симпатичная такая. Она весь вечер на нашего Костика смотрит, глаз не сводит. Уже трижды сюда-туда, туда-сюда проходила. Блондинка, что ли? Блондинка, которая? Перестань ты так явно смотреть. Ну? Ну, ты мыслями где-то витаешь в облаках? Ладно, ладно. Да, Костя? Где я витаю, там мысли только о тебе. Спасибо, дорогой мой. Егор, мне кажется, Хотите? Сонечке понравился. Мальчик. Какой еще мальчик? Да вот же, за соседним столиком. Никогда ничего не видишь. Ну, совсем. Анна Константиновна, вас можно на минуточку? Да, вообще какой-то сегодня странный. Да, конечно, Светочка. Я сейчас подойду. Иди посплетничай. Не пей, закусывай. Вообще непонятно, почему волосы.
Приморске, а не в Симферополе. Извините, что отрываю от гостей. Ничего страшного. Анна Константиновна, а что это с Сережей? Ой, Светочка, не спрашивай. Сил моих больше нет. Но что такое? Только между нами. Угу. Сережа встретил сегодня свою школьную любовь и просто заболел. Кира. Откуда ты знаешь? А! Ой, прости. Вы же из-за нее расстались. А где он ее встретил? Сегодня утром на вокзале, когда нас встречал. Представляешь, какое совпадение? Она стояла с табличкой. Сдаю комнату недорого. И что? Ничего. Она от него сбежала. Сбежала? Странно. Ничего странного. У нее же семья. В отличие от Сережи. Да с чего вы взяли? Простите. Ничего. Ты ничего не знаешь? Он приезжал к ней домой. У нее был большой дом, дети, муж бизнесмен. А теперь эта табличка. Я ничего не понимаю. Ну что, идем к нашим? Я сейчас. Не надо. Может, я буду долго говорит ты меня, пожалуйста, Кира. Не перебивай. Я хотела тебе сказать, что всегда думала о тебе. Даже когда хотела забыть тебя. Не могла признаться себе, что сломала тебе жизнь. А сейчас что? Позднее раскаяние? Ты не знаешь всего, что было. Мне цыганка нагадала, сказала, что дочь моя станет шалавой. И я как-то сдурела, ослепла и подумала, что это будешь ты. Потому что 16 лет. Потому что в школе все время говорили. Мальчик этот тайком у нас дома, и твоя беременность. Потому что я потом узнала, что младшая дочь с 14 лет стоит на панели и даже сейчас не стесняется. Ты все сказала.
Я хотела сказать тебе, самое главное, понимаешь, сегодня ко мне на работу пришла женщина. Мы с ней разговаривали о том, о сём, как обычно, с клиенткой. И она мне доверила свою историю. Она живет в Израиле, а до этого жила в Алуште, где мы раньше жили. И вот ее сын любил девочку. Девочка любила его. Она забеременела в 16 лет. И мать заставила ее сделать аборт. Обыкновенная история. Это все? Нет. Женщина все время повторяла одну фразу, что если бы ее сын, Сережа, так зовут ее сына, если бы тогда он сказал ей всю правду, она бы забрала беременную девочку к себе и вырастила бы внука или внучку. А так у сына жизнь не сложилась. Да и у нее, как выяснилось, тоже. А когда это выяснилось? Сегодня Сережа на вокзале встретил свою любовь. Она стояла с табличкой «Сдается комната». Вот такое у меня, доченька. Позднее раскаяние. Если б можно было все отмотать назад. А с чего она взяла, что у мальчика жизнь не сложилась? Она сказала, что он так и не женился ни разу. Не может забыть свою первую любовь. Но это, видимо, не тот мальчик. Или не та девочка. Или мама что-то путает. Нет. Я думаю, мама не путает. Скажи, а если бы сегодня этого всего не произошло, ты бы так и не стала меня разыскивать? Не стало бы. Ладно, пойду я. Это я пойду. Поставлю чайник. Не зря же ты торт покупала. Привет, доктор Сажнев. Привет, доктор Чекалева. Как живешь, Серенький? Живу. Слышала, твоя клиника лучшая в городе. Поздравляю. Спасибо. Сколько мы с тобой не виделись? Года три. Три года и три месяца, чтобы быть точным. Скажи, Сережа, только честно, это ты решил меня пригласить, или? Или. Да. Сухонький разговор у нас с тобой получается. Свет, не драматизируй. Да я не драматизирую, я болею тобой, Сажнев. И болезнь моя неизлечима. Но ты меня должен услышать. Разве я отказываюсь с тобой говорить?
Да, как в этом мультике. Меня не слышит, это минус, но и не гонит, это плюс. Ладно. Так о чем я? Кстати, ты знаешь, что в Китае запрещено законодательно помогать людям тонущим? Почему? Потому что это является вмешательством в их судьбу. Только какое это имеет отношение к нашему разговору? Самое прямое. В общем, Сажнев, если тебе станет легче, твоя Кира не замужем. С чего это вдруг мы заговорили про Киру? Анна Константиновна, только не ругай ее, пожалуйста, сказала мне, что ты встретила ее на вокзале и был поражен ее странным видом. Света, давай не будем об этом, это мое. Нет, будем, Сережа. Будем. Мне надо было сказать тебе об этом пораньше, лет 10 назад. Ты сегодня решила произвести на меня впечатление своей загадочностью? Угу. Когда ты к ней приехал на вызов в дом, она была там няней. А сказала, что хозяйка этого счастья. Еще раз. Твоя Кира наврала тебе, что она замужем и у нее ребенок. Дети. Что? Там была маленькая девочка, очень похожая на Киру. Досадное совпадение. Не может быть. Может, Сажнев, может. Поверь мне. Как ты узнала об этом? Я встретила ее в агентстве, когда искала няню. В том самом агентстве, где ты ее встретил. Потом она пришла как Гришко. Я все сопоставила. Почему ты мне об этом ничего не сказала? Неужели непонятно? Бабское мое никому не отдам, взяло верх. Ну и китайская мудрость тоже. Зачем Кира обманула меня? Не знаю. Встретишь ее, сам спросишь. Сажнев, ты меня ненавидишь. Нет, мне все равно. Слушай, Костик, а что ты теряешься-то? Ну, симпатичнее же, деваха. Ну, ну смелее, ну пригласи ее на танец, ну как-нибудь, ну. Па, неудобно. Неудобно, знаешь что, на потолке спать, говорят, ну, одеяло падает. Подожди, тихо, Костик. Костик, значит, переглядываться из-под тишка целый вечер удобно, а пригласив на танец неудобно. Никто не переглядывается. Ну, как не переглядываешься? Я видела, глазки блестят, и у тебя, и у нее. Ну. Значит, ну, так, чемпион. Вот что я тебе скажу. Что? Твои занятия спортом, тихо. Хорошо. Твои занятия спортом, если честно говоря, меня поддостали. Ты можешь ржать сейчас сколько угодно, но я хочу внуков. Понимаешь? Вот, ну я имею право хотеть внуков. Конечно. Все, я будут, хочу внуков. Будут внуки. Костя, ну пойди, пригласи девочку на танец и просто познакомимся. Красивая же девочка. Быстренько встал и пошел. Иди. Давай, удачи. Давай, давай. А вот твой братик. Ему уже 21. Да, здорово. А пусть он с нами чайку попьет. О, о, красавчик мой. А моему было бы столько же. Отец как? Да мы с ним 10 лет назад развелись. Он женился на этой. На тете Оле, помнишь? Парикмахерша.
А странно, я думала, что он вообще ни на кого не смотрит, кроме тебя. Мы с папой сильно поругались. Я попросила Толю нас помирить. Она взяла и помирила. Себе на брак. А у тебя есть подруги-то? Была. Ленку, помнишь мою? Уехала на стажировку. Там и осталась. Американка стала. Ну, туда и дорога. Пусть там в Америке гниет. И копошится. А ты не изменилась, мать, совсем. Какая была, такая и осталась. Ну, как не изменилась-то? Я ж постарела. Да. Да. Сама себя съела, знаешь? Как жила, вот все наружу-то и отразилось. Может, только поумнел, не знаю. Говорят, опыт покупается, только стоит дорого. Угу. Это правда. А знаешь, я вот в Костика дела вообще не лезу. Не хочу ему навредить. А вот это правильно. А давай за Костика. Вот. Давай. Красивый парень. Спортсмен, красавец. Я только не могу понять, на кого он похож, а? На кого? На папу. Не, на отца не похож. На своего отца он похож. А? А отец знает? Ну, папа. Из-за этого ушел. Но не из-за него, не из-за Костика. Он его очень любил всегда. Даже вот и сейчас. Из-за моего вранья ушел. Что мы все? Про меня да про меня. Ты меня знаешь что? Мне вот рассказ про твоего мужа не понравился. Давай его накажем. Не надо. Пусть живет со своими этими змеюшками. Называет их обломки истинной цивилизации. Целует их, купает, в общем, чешет, как котов и песиков. Ой, больной какой, больной. Ой, знаешь, я иногда думаю, вот, может, одна его все-таки цапнет как-нибудь. Чтоб так, с концами. Да пусть концами и тяпнет его. Жалко, что ли? Да, Костик, сына. А знаешь что? А давай-ка, пока твоя железнодорожница уехала, мы тут ремонт сделаем. Ну, потолки побелим, обои поменяем. Это зачем? Есть такая примета. Жилище обновишь, жизнь улучшится. Материал я достану. Я думала, ты никогда не решишься меня пригласить. Честно? Не решился бы, если бы не подсказала жена отца. Хотя, я подбирал место, где тебя пригласить потанцевать. Я никогда не была на маяке. Здесь очень красиво. Пойдем. Куда ты меня ведешь? Костя. Соня. По какому поводу праздник? Юбилей свадьбы бабушки и дедушки. Ты не поверишь, мы тоже отмечаем юбилей свадьбы. 10 лет. И у моих 10 лет. Это знак. Жаль, что ЗАГСы уже не работают. А зачем тебе ЗАГСы? Чтобы мы с тобой поженились. Ничего себе. Был бы триптих. Ты что, художник? Художник? Нет, спортсмен, но умный. Хороший смех. Ты всегда такой быстрый. В смысле? Ну, делать предложение на первых минутах знакомства. А зачем тянуть? Как насчет того, чтобы узнать друг друга получше? Так вся жизнь впереди. Ты забавный. Это плохо? Это прекрасно. Ой, музыка закончилась. А мы с тобой танцуем, как дураки. Мы не дураки, мы влюбленные. Хотя это одно и то же.
Слушай, мама мне все рассказала. Сегодня, Егор Александрович, я понял, что потерял ее. Навсегда. Жить не хочется. Вернее, незачем. Знаешь, я понимаю тебя. Нет, серьезно, понимаю. Помнишь, я вернулся из Афгана? Так вот, я думал, что я вернулся в рай, а попал в ад. Жена не дождалась, вышла замуж за другого. Дочь взяла его фамилию. Работы не было, я старался. Цеплялся за жизнь как мог, ломал ногти, но ничего не получалось. Тогда я сбежал от всех в горы. Садился в вагончик канатной дороги и тупо ездил по кругу. Ездил, ездил. Вокруг красота, я смотрел на все это и думал. Глаза мои всего этого не видели. Представляешь? И однажды я придумал план, как попрощаться с жизнью. Выбрал поуютнее вагончик, чтобы дверца открывалась и удобно было прыгать вниз. И только я тронулся, как в мой вагончик заскочила компания молодых людей. Они смеялись, хохотали, открывали шампанское за моей спиной, а я стоял, смотрел вниз и готов был их убить за их радость. Я услышал «простите», повернулся, передо мной стояла красивая девушка в темных очках. Она сказала, что у нее день рождения, а это ее друзья. Я грубо прервал ее, сказал, что пить я не буду. Она извинилась и сказала, что я ее неправильно понял. Что ей сказали, что здесь очень красиво. Вы не могли бы нам рассказать, что вы видите вокруг? И тут я понял, что эта девочка, она слепая. И все ее друзья молодые, красивые. Такие же молодые, как ты. Тоже слепые. Ты не поверишь. Столько жизни было в их лицах. Столько счастья. Столько любви. И они никого не винили в своих бедах. Понимаешь, они просто жили и радовались каждой секунде жизни. И мне стало так стыдно. Так стыдно. Так стыдно. Спасибо, батя. Все будет, сынок. Будет. Пойдем к маме. Не будем ее волновать. Пойдем, сынок. Да, все погибли. Только мы с дедом чудом уцелели. Правда, ему ампутировали ногу, а у меня не царапина, представляешь? Ты скучаешь? По маме с папой? Да. Знаешь, не очень. Стыдно, конечно, так говорить, но я просто никогда не вру. А дед с Аннушкой – это жена деда. Они заменили мне всех. Очень скучаю по брату, который не родился. Мне он часто снится. Я очень дорожу этими снами, потому что в этих снах он живет и взрослеет. Ты первый, кому я об этом рассказываю. А долго вы еще будете гостить? Недели две-три. Мало. А ты придешь на вокзал провожать? Да подожди ты на вокзал. Мне было бы приятно. Да подожди провожаться. Мы еще не начали даже встречаться. Согласна со мной? Вот, давай начинать встречаться. Для
Для этого тебе нужно сначала позвать меня на свидание. У тебя же есть номер моего мобильного? Да, я его уже набираю. Я не ошибся. Это ты? Это я. Как ты? Я ждала твоего звонка. Спасибо. А ты как? Я соскучился. Спасибо. Я хочу тебя увидеть. Я тоже. Тогда я приглашаю тебя на свидание. Хорошо. Я приду. В 10 у ЗАГСа. А давайте еще куда-нибудь заскочим. Разошелся, Костик, чемпион. А давай ты сегодня у нас переночуешь. Заодно и с отцом посплетничаешь. Кстати. Да, а? Мне хочется прогуляться. Это что ты мне, 12 часов ночи собрался прогуляться? Нормально, да? Нет заедь. Уж. Давайте-ка, родные мои, знаете, что мы сделаем? Что? А сделаем мы следующее. Поедем сейчас на перевал. Там есть хороший ресторан, делают прекрасный кофе. Посидим заодно и посплетничаем. Давай? Поехали. Давай? Mm-hmm. Все, поехали. Олюшка, садись. Нет, Арсений, вы давайте оба назад, а я сяду впереди и буду наслаждаться ночным городом. Ну, желание женщины закон. Осторожно. Прыгай, прыгай. Доброй ночи. Ой. Куда едем? Ой. Так, шеф, нам бы на перевал бы. Поехали. Ну, давай, ма, пора домой уже. А я знаешь, что думаю? Может, ты тоже домой поедешь? Поедем, дочка. Давай ты сама домой, а я немножко подпривыкну. Ладно, давай. А, я поняла. Поехали. Но смотри, я на тебя могу Костика натравить. Он тебя своим обаянием вообще убьет. Не надо. Хочешь фотографию оставлю? Нет, ты его домой неси уже. Ой, прости, у меня телефон. Извини, сейчас. Так, не вижу ничего. Алло? 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 Да, гражданка Арсеньева. А это кто? Какой Голованов, сержант? Костя все время меня разыгрывает, артист. Угу. Костя, хватит меня уже разыгрывать. Ты домой собираешься? Что? Алло. Утром звоните. Давай направо сейчас. Да не бегит. Где Константин Арсеньев? Константин Арсеньев, так, где? Это что еще за ночные привидения? Я спрашиваю, где Константин Арсеньев? Тише, просто. Тише, успокойтесь. Вам какого из них? Один в палате, другой на операционном столе. О, Господи! Младший! Нет, подожди. Младший! Где? Ну, младший, Константин Арсеньев, младший. Ну. Я не кричу. Пойдемте. Куда? В седьмую палату. В рубашке родился ваш парень. Кира! Иди. Кира! Я тебя здесь подожду. Мамаш, только, пожалуйста, прошу вас, без истерики. Ему нельзя волноваться. Костенька. 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 Ой. Костенька. Костенька, ты спишь? Костенька. Господи. Костенька. Как ты себя чувствуешь? Мама. Мой мальчик. Где папа? Мы завтра обо всем поговорим. Что с папой? А с папой все хорошо. Тебе нельзя волноваться. Болит здесь? Ой. А Оля? Мама? Тихо, тихо. Она пересела. Все, пересела. Все нормально, ты не беспокойся. А я здесь сегодня с тобой переночую, все. Господи. Она пересела. Тихо, тихо. Она пересела. Ну ничего он, да? Да, с этим все в порядке. Да. А старший? Со старшим? У старшего Арсеньева своя есть жена. Вот пусть она ему интересуется. Пойдем. Ты перестань. У него больше нет жены.
Она что, бросила его? Нет, она погибла. Как погибла? Она сидела впереди, а удар другой машины был настолько сильным, что смерть наступила мгновенно. А младшего Арсения вы сможете забрать через неделю. У него легкий шок, сотрясение мозга, так что просто подержим его на обезболивающих и все. Вот, а со старшим... Что? Неважно со старшим. У него перелом позвоночника и ушиб легких. Так что... Это... Доктор? Все, вы думаете, может... А почему младший Арсений все время он какую-то одну фразу произносит? Она пересела? Да. Возможно, это самое важное, что его подсознание выдает сейчас. Я не понимаю, что вы говорите. Не понимаю я. О чем это? Видимо, женщина, которая погибла. Она пересела на его место. И тем самым ему спасла жизнь? Скажите, возможно, пожалуйста, может быть, ему что-то нужно? Так, что такое? Черт. Аня, старшему что Арсеньеву. У Арсеньева рухнуло давление. Так, это ваше. Вызывайте бригаду быстрее. А доктор, я... Вам сюда нельзя.